Сегодня у нас на упаковке филин Сириэтера. Ну, представитель совиной серии. Отверстие втулка, сквозной монтаж. Можно АБС-пластик, стоп для воды. И вот так выглядит Сириэтер. Он не симметричный. То есть с этой стороны он заточен, с левой части. Логотип компании, голограмма, рукоять Эластрон, рифление и полированный клинок. И симметричная заточка, здесь не фальшлезвие, именно заточка. Режущую кромку покажем. Толщина сведения у них, как правило, 5-6 и дальше довод. Такая негабаритный бюджетный нож.